Попрошаек и бродяжек в городе видел, наверное, каждый. Чаще всего они встречаются в больших местах скопления людей возле переходов и оживленных перекрестков. Впрочем, полиция не дремлет. Если попрошайка мешает автомобильному движению, его оштрафуют на 1000 рублей. Но если на жалость горожан они решили надавить с помощью ребенка, наказание будет куда суровее. Так, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или попрошайничеством статьей 151 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок до 6 лет.